Здравствуйте, это Елена. Цель этого ролика – объяснить то, что чаще всего встречается в email. Первое. Работает ли профиль рынка для валюты? Ответ – да, работает для любого ликвидного рынка. И второй вопрос – когда можно присоединиться к занятиям или когда следующий семинар? Также много вопросов, как пользоваться YouTube. Вы можете сменить вид на таблицу, как здесь, и вы можете видеть все, что есть, или то, что я недавно загрузила в хронологическом порядке. Или любимые ролики и отдельные плейлисты. И если вы нажмете на кнопочку 70 роликов, вы увидите все ролики в хронологическом порядке. Далее еще один часто повторяющийся вопрос. Вопрос об учебе. Лучше всего для тех, кто хочет присоединиться сейчас, набраться терпения, записаться в друзья, посмотреть все ролики, которые доступны для всех. Их много. И несколько роликов для друзей, где немножко более подробно о профиле. И также читайте. Очень много страниц на квот-форуме. Три ветки, где я и S-Trader существуют с февраля месяца 2009 года. И на этот форум у меня тоже сейчас не хватает времени, но я стараюсь ставить свое мнение о рынке по методике профиля рынка почти каждый день. Здесь вам хватит читать на месяц-два. И это познакомит вас с терминологией и с методом мышления по методике. Те, кто хотят заниматься, вы можете присоединиться к группе, которая берет только семинары и в основном по материалам старых занятий. Это будет недорого, и у вас есть на выбор два варианта обучения. 6 часов в месяц и 12 часов в месяц. Цена будет зависеть от этого. Поэтому, если вы хотите начать заниматься в конце ноября, начале декабря, пошлите имейл и скажите, какой вариант вас лучше устраивает. В феврале, скорее всего, после окончания зимней олимпиады, вы можете сесть в трейдинг-рум более подготовленные, и у вас будет скидка на трейдинг-рум. Второй вариант – ждать Нового года. Кому надо читать, вот здесь, что новая группа не раньше Нового года, и новый шестимесячный цикл начнется, скорее всего, так. Первые 4-6 недель семинары, и тоже в основном роликами, вводящими в курс дела. Будет примерно раз в неделю сбор, где мы будем обсуждать, как заниматься, на что обращать внимание. А так в основном будет роликами, чтобы ввести в курс дела. Потом в феврале 3-4 недели трейдинг-рума в реале с нажимом на интенсивное обучение по профилю. 2-3 раза в неделю, по 1-2-3 часа мы решим. Будет ясно позднее. И потом практика в руме для желающих 4-6 месяцев, где мы будем продолжать разбирать ситуацию по профилю рынка, смотреть, как они применяются на практике с нажимом на торговлю в реале. Летом, возможно, будет небольшой интенсив, и те, кто начнут в феврале, будут иметь возможность повторить пройденное. Решите, как вы хотите заниматься. И вместо того, чтобы присылать мне запрос, когда будут следующие семинары, пошлите, что вы хотите. Начать в конце ноября, начале декабря, 6 часов в месяц или 12 часов в месяц. В основном ролики, как подготовка для занятых и для новичков, или в трейдинге, или в профиле рынка. Или вы хотите начать зимой? И в какой форме? Две формы. Или только семинары в течение примерно 6 месяцев. И потом, возможно, летом в трейдинг-рум, если захотите. Или комбинация семинаров и трейдинг-рум. Ответ я буду давать примерно раз в неделю. Так же, как я примерно раз в неделю буду менять ролики на YouTube. Договорились? И последнее. Не проситесь в Google Groups. Сюда входят только те, кто начал заниматься в трейдинг-рум. Они здесь проводят первый месяц, пока знакомятся с методикой, со мной, ищут себе софты. Все, кто занимается семинарами, входят в Trading Partners на Google Groups на втором или третьем месяце, в зависимости от вашей скорости, когда вы готовы обсуждать тему более-менее. На закрытый форум Trading Partners семинаристы не попадают. Сюда переходят только те, кто занимаются в трейдинг-рум. Такие правила для тех, кто время от времени мне советует убираться в мою Америку и учить там американцев. У меня вам ответ очень простой. Идите сами, куда хотите. Я буду делать, что я хочу делать, где я хочу делать и как я хочу делать. И советы вам я тоже давать не буду. Кроме того, идите сами, куда вам хочется. Суйте нос в свой собственный бизнес, а мой оставьте мне. Договорились? Это была Елена. Пока. Bye.